Всем привет, народ! Вы на канале Лепим Вместе, и в сегодняшнем видео мы будем лепить генерала Руфа. Это новый персонаж, который еще даже не вышел, ну, на некоторых серваках, ну, я точно не знаю, в интернете много сейчас и видео каких-то там, и на китайских вроде есть уже обновление, напомню, оно выйдет 1 февраля, а именно завтра. Будет обновление, и будут два вроде как персонажа, генерал Руф и какой-то там котейка. То есть он там просто вот черный экран, черный силуэт, и непонятно, кто там за мяу какой-то. В этом дополнении обновления будет много скинов новых. Уберут лунный фестиваль 2019 года, скины, и добавят много гаджетов для всех персонажей. Многие уже заметили, что генерал Руф будет выглядеть следующим образом, то есть зеленый костюм, фуражка зеленая, и вот, собственно, так вот будет выглядеть. Но по скринам из серваков видно, что у него там вообще одежда какая-то фиолетовая, розовая, сиреневая, вообще непонятно. Может, это скин, конечно, но все это мы потом посмотрим, а именно завтра, когда эта игра выйдет, и, конечно же, обновимся. Но сегодня мы слепим то, что есть, какой у нас генерал Руф. Так что, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк данному видео и пишите комментарии, кого слепить в следующих сериях. Информации мало по этому персонажу, так что вот, что есть, то есть. То есть он стреляет с какого-то там пистолета, сразу два патрона летит. Он персонаж поддержки. И когда он бросает на площадь какой-то огонек, ядро, взрывается и наносит урон по площади, и остается усиление для персонажей вашей команды в виде такого, как треугольничка с буквой Т. Не знаю, почему Т, может, это... Напиши комментарий, как ты думаешь, что это за буква Т. И так же самое у него и на фуражке тоже буква Т. Типа такси. Вообще, этот генерал Руф очень похож на собаку. Вернее, это и есть, скорее всего, собака. С длинными ушами, обвисшими. Очень интересный, колоритный персонаж.
Вот такой вот получился у нас персонаж по имени Генерал Руф, который указывает пальцем на кнопочку «Подписаться», чтобы вы подписались на канал и поставили лайк данному видео, чтобы поддержать в дальнейшем развитие его. Ну а на этом все. С вами был, как всегда, Андрей, канал «Лепим вместе». Всем удачи, до новых встреч, пока.